Лабиринт Аганима. Пожалуй, это первый качественный ивент от Valve за последние лет 5 не меньше. Тут вам и высокая реиграбельность, и неплохие награды, и даже какая-никакая мотивация играть в этот ивент, поскольку есть таблица лидеров и соревновательный момент. И это я даже не говорю про огромное количество комнат, создание которых не такое уж и быстрое занятие. В общем, тут смело можно сказать, что Valve постарались, и игроки это заметили. Однако же, помимо всего этого, в лабиринте Аганима есть еще одна интересная деталь, которая делает этот ивент уникальным. Речь идет о самом Аганиме, конечно же. Наверняка, играя в этом режиме, вы замечали, что почти каждое ваше действие сопровождалось его комментариями. Иначе говоря, Аганим болтает почти без умолку во время игры. Это сложно не заметить. Но что же именно он говорит? В этом мы с вами сегодня и разберемся. Благо на Вики уже появились все его реплики, что значительно упростит нашу работу. В общем, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, и мы начинаем. Я, честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Видите ли, Аганим это, пожалуй, один из самых безумных персонажей Доты, в хорошем смысле этого слова. У него достаточно много реплик, которые почти никак не связаны между собой, либо же не несут вообще никакого смысла, поэтому ролик в каком-то смысле получится примерно таким же, беспорядочным и слегка безумным. Я буду просто давать вам факты, а вы их будете принимать как должное, какими бы абсурдными они вам не показались. Итак, первый факт, который вам нужно принять, это тот факт, что Аганим постоянно придумывает себе новые титулы и звания. Зачем? Я не знаю, но чтобы вы лучше понимали, насколько много он их себе придумал, посмотрите на экран. Каждое желтое выделение текста — это новый титул, который Аганим себе присвоил в своих репликах. Всего их 26, ну вот вам несколько самых интересных, которые я вырезал из его фраз. Аганим the accommodating, Аганим the pleased, Аганим the amorous, Аганим the generous, Аганим the hard worker, Аганим the mother goose, Аганим the jokester, oh, Аганим the lonesome, Аганим the no longer lonesome. Wait, no. Аганим the social butterfly. Ну что ж, Аганим весьма разносторонняя личность, согласитесь. Следующий интересный момент заключается в том, что Аганим почему-то не любит Амнинайта. Начнем вот с чего. Аганим любит всячески комментировать ваш пик героев для лабиринта. К примеру, вот что он говорит при выборе некоторых из них. Oh, good, the giant bug. It's the green thing. Good stuff. Ah, Mr. Mumbo Jumbo. Однако же, если мы ластпиком возьмем Омника, то Аганим скажет вот такую фразу. Oh, is he coming too? Well, whatever. Он как бы расстроился, что Омник тоже идет в его лабиринт. Причем это единственная его фраза для ластпика, и она посвящена именно Омнику. Дальше больше. Если вдруг ты начнешь атаковать чудовищ вне их, так сказать, арены, то Аганим будет крайне возмущен, поскольку, видимо, это нарушает какие-то его правила. Сначала он скажет вот что. Coward! Cowards! Face them in the arena! А после вот это. That is what you sound like. Ну а после этого вы услышите вот такую оскорбительную фразу. An act of cowardice. You know, I would expect this from Omni Knight. Опять же, хейт в сторону Омника на ровном месте. Он это говорит даже в том случае, если Омника даже в пике нету. Однако же, если сам Омник начнет атаковать врагов вне арены, то вы услышите вот такую закономерную фразу. An act of cowardice, typical of Omni Knight. Но и это еще не все. Если во время матча, играя за Омника, вы умрете без запасных жизней, то услышите вот такую вот фразу от Аганима. Oh, I pray this isn't the last of you, Omni. Oof, what a schmuck. Это, кстати, не я рофлю с переводом. И Google, и Яндекс.Переводчики сошлись во мнении, что слово «шмак» здесь нужно перевести именно как «чмо». Забавно, согласитесь. Ну а завершает этот парад ненависти фраза Аганима, которую он произносит, когда Омник получает усиление. Mr. Goody Goody grows goodier. Вот такой вот агрессивный сарказм от Аганима. Уж не знаю, чем Омник заслужил такое отношение, но я очень жду релиза Аганима как отдельного героя, только для того, чтобы послушать еще больше его панчей в сторону Омника. И, кстати, у Аганима есть еще вот такая вот крутая фраза. You are the best. Simply the best. Ее он произносит, когда вы выбиваете что-то крутое из его личного сундука на тесте-дропе. Я, например, смог выбить из него 24 уровня батл-пасса и вот это крутое плечо на Акса, которое меняет иконку Блейдмейла. И, кстати, по поводу уровней батл-пасса. Так как в Доте нет возможности их передавать, тесте просто скидывает тебе нужную сумму на Steam, а ты уже сам покупаешь себе уровни, батл-пасс, да и вообще что хочешь. Еще крутая тема — это апгрейды. Там ты можешь взять несколько ненужных шмоток и проапгрейдить их до одной более дорогой шмотки.
Ну и самое главное, сейчас на тесте проходит огромный розыгрыш на 8000 уровней Battle Pass. Более того, розыгрыш проходит по билетам, которые можно получить из открытия сундуков. Чем их больше, тем выше шанс выиграть. То есть можно победить даже с одним билетом. Поэтому именно по моему промокоду и моей ссылке в описании вы получите 5 бесплатных билетов, плюс 15% пополнению баланса и халявный сундук. Так что торопись. Ну и продолжая тему межличностных отношений, хочется обратить внимание на еще один интересный факт. Не знаю как и при каких обстоятельствах, но Аганим когда-то уже встречался со Снапфайр. Об этом говорит фраза, которую он произносит при пике в начале игры. Beatrix, the times we used to have such good times. Я надеюсь, здесь нет никакого подтекста, и они просто хорошие друзья, ибо бэ. Плюс, если вдруг Снапфайр умрет без запасных жизней, то Аганим скажет вот такую вот фразу. Oh, my dear Beatrix, I had my money on you. Now I have to pay the rock golems. Ну, своеобразная у него печаль. И, кстати, об этих каменных големах. В своих репликах он тоже их частенько упоминает. Они, видимо, хорошо дружат с Аганимом, поскольку он больше ни с кем так не болтает. Например, как только вы выберете комнату с каменными големами, то услышите следующее. You have faced some of the deadliest monsters Aghanim was able to procure from the farthest, most evil dimensions. But now, rock golems. А когда вы зачистите эту комнату, Аганим скажет. Well, Aghanim was unfair to the rock golems before. They ask that I assure you that they are normally very dangerous. Очень мило с его стороны, согласитесь. Забавен еще и тот факт, что он вспоминает про этих каменных големов даже тогда, когда речь идет о совсем других мобах. Например, когда вы зачистите комнату с защитником храма, то услышите следующее. Teamwork, bravery, perseverance. It's all on display. Perhaps the rock golems can learn something from you humble warriors. Hurry forth! Казалось бы, при чем здесь вообще каменные големы, если говорят эти фразы после убийства защитника храма? Кто его знает, он же безумен, и в этом вся прелесть. И если вы думаете, что это просто совпадение, и Аганиму в действительности пофиг на каменных големов, то вот вам еще одна рофл-фраза. Lo, the temple arena! Here you will find the deadliest monsters Aghanim was able to procure from the farthest, most evil dimensions. And also, rock golems. Aghanim the jokester kids about the rock golems. They're pretty deadly too. Ну и напоследок, вот что может сказать Аганим, если вы начали прохождение лабиринта на первом уровне сложности. The rock golems will be most pleased. Wait, where are the rock golems? Sleeping. Maybe no rock golems today. В общем, что тут еще можно сказать? Ставь лайк, если это каменный голем. Ну а теперь небольшая, но крайне интересная порция лора. В списке реплик Аганима есть раздел с неиспользованными репликами. Они тупо есть в файлах клиента Доты, но во время игры вы их никак не услышите. В общем, этих реплик достаточно много. Вот, зацените сами их количество. Это все фразы, которые просто пылятся в файлах игры, и вы их вряд ли когда-то услышите. Так вот, среди этих фраз есть один любопытный монолог, в котором Аганим в своей привычной манере рассказывает нам о природе своего скипетра и о том, как и почему он сам вдруг появился во вселенной Доты. В общем, предлагаю вам это послушать. Ставьте на паузу, если вы не успеваете читать, ибо говорит он быстро. But how does one craft a scepter of infinite power? By transposing thyself across dimensions. I was lost among the mists of creation until I heard a tiny voice reciting my words across the din of time. It was you. And you, and you, and you, calling me back, creating your quaint little versions of Aghanim's scepter. So thank you, friends. Without your little incantations, I'd still be twisting through time and space. Согласитесь, интересно получилось. Выходит, мы сами призвали Аганима тем, что постоянно крафтили маленькую версию его скипетра. Но тогда возникает другой вопрос. Почему все Аганимы разбились? Помните, ведь перед выходом ивента иконка скипетра изменилась? Так вот вам ответ на этот вопрос. I must apologize for smashing all of your scepters to bits. I found myself most invigorated upon my return, and I let that vigor get the best of me.
Ну а вы что, рассчитывали услышать что-то более логичное? Зря. Следующий факт касается не реплик Аганима, а его выхода в роли играбельного героя Доты. В общем, это надо было сказать еще в прошлом ролике об Аганиме, подсказка на него сверху, но я почему-то забыл это сделать. В общем, у меня есть практически железное доказательство того, что Аганим станет новым героем. Смотрите, в чем дело. Когда-то давно у Виспа был талант, который усиливает его тезер. С этим талантом персонаж, которому тезерился Висп, получал усиление от Аганим Скипетра. То есть, пока связь есть, персонаж получает все бонусы от Аганима. Однако же, в патче 7.22D этот талант был удален. И, казалось бы, что тут такого? Но, спустя патч, Valve вводит в Доту систему нейтральных предметов. И, если вы помните, то среди всех этих новых нейтральных предметов был так называемый Том Аганима, который при активации давал бонус от Аганима на 3 минуты. И что же вы думаете произошло? Этот итем удалили буквально на следующий же день. А знаете, почему Valve стали удалять все штуки, которые дают временное усиление от скипетра Аганима? А потому что они планируют ввести самого Аганима в игру, у которого 100% будет способность даровать усиление от своего скипетра союзникам. Поэтому смысла в том нейтральном итеме и в том таланте Виспа не было. Именно поэтому их и удалили. Как по мне, это достаточно убедительный аргумент, как считаете? Ну и напоследок, вот вам еще один, уже шестой факт. Да, я вас обманул. Обещал 5 фактов, а дал 6. Вот такой вот я плохой. В общем, сам факт касается голоса Аганима. Наверняка его озвучка всем вам понравилась. Персонаж получился очень бодрым и забавным. А все благодаря актеру озвучки. Если вы не знали, хотя откуда вы могли знать, его озвучил американский актер по имени Рич Соммер. Наибольшую известность он получил благодаря роли Гарри Крейна в сериале «Безумцы», а также прямо сейчас он играет в сериале «Во тьме». С озвучкой же все сложнее. Он участвовал только в 3 проектах. Ларри из Half-Life Alyx был озвучен им, а также его голосом говорит главный герой по имени Генри в игре Firewatch. Кто играл, тот по-любому слышал его голос, поскольку русской озвучки в этих играх нет. Кстати, лайк, если играл, интересно, сколько нас. Однако же, лично меня удивил тот факт, что Рич озвучил вот этого крутого седого кота по имени Гранд-при в мультфильме «Время приключений». А удивил меня этот факт по 2 причинам. Во-первых, потому что этот герой встречается только в одной серии, а именно ее я посмотрел буквально несколько дней назад. А уже потом я узнал, что его озвучил чувак, чьим голосом говорит еще и Аганим. Короче, удивительное совпадение лично для меня, из которого я понял, что мир очень тесен. Ну, а во-вторых, внешность этого кота, скорее всего, была взята с самого Рича, ибо, ну, смотрите, они же реально похожи. Это прическа, эти квадратные очки, ну, короче, вот, да. Не знаю, зачем я вообще это все рассказываю, но надеюсь, хоть кому-то было интересно. Поэтому, если вы хотите оценить мой труд, то лучший способ это сделать — просто нажать лайк, я буду очень рад, правда. Ну, а колокольчик поможет вам не пропускать новые ролики, поскольку YouTube зачастую забывает присылать уведомления, даже если вы подписаны. Последний ролик тому доказательство. Ну, а я с вами, друзья, не прощаюсь, еще услышимся.